И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима из Дима Покемон. Как всегда, отлично настроение. Сегодня мы играем в FNAF Co-op. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Первый раз мы играем в оригинал FNAF Co-op. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы с Димончиком начинаем. А мне Димон нравится. Классно сделано все. Прикольно, аниматроники. Игрофон. Это ты стучишь? Похоже на Гаррисмод, Димас, очень. А ты слышал звук такой кастрюль, не? Не, давай погромче сделаю. Сейчас, чтобы слышать с каждую кастрюлю. Фонари классно сделали вообще. Респектос. Так, Димон, что нам надо тут делать? Вот ты его, знаешь что, светлячок какой-то. Короче, давай расскажем сюжетку. Мы ехали по трассе на машине. На дороге лежал Фредди. Машина разбилась. Все в говно. Но мы с Димоном остались живы и зашли в эту пиццерию. Вот такая вот сюжетка. Очень обрубленный, быстрый такой, да. Ну, в своем стиле рассказал, а ты можешь по-другому? Давай твой вариант. Ну, в общем-то, мы ехали, что-то приунывшие такие. Диманчик, нам надо найти ключ. Ключ, я вот, да, ищу, Дима, схожу. А мы его найдем? Вот, нашел. Так, я иду с тобой. Тубзики был, представляешь? Кто-то в туалете оставил ключ. Давай, сюда, да, вставай? Ух ты! Ого! Что-то так громко. Опа, заставочка пошла. Заставки здесь шикарнейшие, ребята. Ставьте лайкосик. И мы с Диманом затащим с первого раза. Так. Нас куда-то понесли, Димас. Нифига себе камера. Сейчас Фредди покажет фак. А не. Я думал, да. И тупо средний палец так на. Так, ребята, ну что, первая ночь. Диман, можно камеры листать? Все, видишь, энергия у нас появилась. Все, черный экран пойдет? Да. Кстати, вдвоем будет легко, мне кажется. Я думаю, ребята, мы затащим с первого раза. Но очень сложно будет. Так, уже смотри, 12:40 уже. 40 минут болтать, представляешь? Так, тихо. Слышал? Нет, ну видел. Какой-то звук был, как будто, знаешь, что-то проснулся. Сзади тебя Фредди идет! Где? А ты обманщик, достань. А ты че поверил? Че воняет от тебя теперь? Шипуна пустил или чё? Через игру, да, слышишь? Ну конечно! Те штаны. О, кстати, я тут не был еще. Такой звук, Димас, как будто кто-то проснулся очень древний. Ребята, мы можем здесь с подписчиками записать даже прятки. Эта игра бесплатная, так что заходите в наш Дискорд, мы вам дадим ссылку, будем лупиться вместе. Мне кажется, здесь прятки можно запилить прикольные. Вообще прикольные челики. Так. Четко все. Он до сих пор болтает, Димон. Может, надо нажать что-то? Не-не, у нас время-то идет. Понял. Зачем нам на него нажимать? Ну, так, смотри, у нас что-то с этой, с энергией, пауэр, что-то не так. Не, никто ничего не сажает. Так. А где процентность? Может... Как узнать, сколько у нас батареи? Как? Давай пойдем, наверное, обратно вернемся. Автоматы, так хочу полупиться. Слышал? Не слышал ничего. Это ты нажал калитку там? На генератор надо идти. Какой он работает? Ну, не знаю, можешь его пнуть как-нибудь, чтобы камеру быстрее включил. Чтобы девайс как-то мощнее было. Во, я вижу теперь сцену, Димончик. О, давай так занаблюдать. Только все пиксельное, как. О, на сцене вроде кто-то пропал. Серьезно? Давай. О, он уже идет к нам! Басранец, ты чё? А что они тут будут делать? Они будут телепортироваться или ходить? Смотри. Я дотронуться хочу. Опа. Опа, на, ты чё за... Чё за звук стрёмный? Ты чё, двигаться научился, что ли? Диман, если он тебя убьет. Посмотри, гитару выбросил свою. Мужик, гитара-то казённая. А если настать на то место, где Бонни стоял, и он... Блин, я боюсь, обратно. Сейчас 2 часа будет, я отсюда буду наблюдать. Так, да. Не. Слышишь? Чё, шутка? Как будто опять что-то древнее проснулось. Блин, я его даже... Ой, я думал, он глаза опустил. Знаешь, железо такое встает. Трансформер какой-то. Так. Блин, классный FNAF Co-op, мне нравится. А на улице дождик, так прикольно. Да. А можно выйти? А ну подходи вдвоем до калитки, давай попробуем выйти. А чё нас не... Все, короче, так Димон, это западня. Выходим, и всё нормально. Мы отсюда живыми не выйдем. Да, нас ребята уже закрыли, мы уже не сможем. Боня пропал... А, не думал, Бонька пропал. Нет. Так, идем к нам в офис, на всякий случай.
Тут только 4 аниматроника, больше нету. И шкатулка вроде должна быть. Просто я побегал и что-то не заметил больше никого. Там мусорки уже приготовленные, просто чуть-чуть испорченные. Опа, Бонька! О, Димон, Боня идет! Закрывай двери, быстрей! Серьезно? Закрывай! А как он ходит? Эти закрывай! Димон, фу! Он ходит. Жесть, я испугался, он за мной пошел, он псих! Ну, он прям... стоит за... Смотри! Димон, он за углом стоит! Он прям двигался, Димас? Да, он прям ходит здесь, они не телепортируются. Идем посмотрим. Блин, вот это вот. Иди, Димон. Очень. Ты что за грудь? Подожди, давай я сейчас гляну на него. Он стучит с двери. У него рука в стене застряла. Димон, он тебя сейчас убьет. А, не получается, какое-то время ходят, потом застывают, и потом опять идет. Да. Дверь можешь пока открыть. Я открыл дверь. А мы сможем убежать от него, но он очень быстро ходит, ты не убежишь от него. Но. Он ушел, он вернулся обратно, Димас. Может, он сюда пошел? Не, он, походу, на сцену вернулся. Блин, прикольно. Игрушка. Не, Димас, он вообще куда-то исчез, давай его искать. Такую игру можно и без записи просто поиграть в удовольствие. Угу. Только лучше, конечно, записи показать. Димон, Фокси скоро проснется. Димас, угадай, где Бонни. А, это он стоит, мужик. В холодильнике. Ты что там делаешь у меня в холодильнике? Вы хотите кушать? Смотри, Димас, что я сейчас сделал. А что у нас энергия тратится, не понял. Димас, смотри, сейчас что сделал. А это законно? А что энергия тратится у нас сильно? Из-за того, что... Может, кто-то печку включил? У нас тут дверь еще одна открыта. Димон, я открываю дверь. Я открываю. Давай, это тоже открывай. Блин, он заел нашу дверь. Серьезно? Ну, она теперь звук какой-то конченый издает. Он сейчас оживет и убьет нас, я тебе говорю. Да ладно, мы его, короче, победили, понял? Димон, половину ночи мы уже прожили. Осталось чуть-чуть. Да. Так, как понять, сколько у нас энергии? Я не знаю, что энергия до сих пор тратится? Из-за одной двери все? Да, а может быть специально, что он мало энергии. Высасывает у нас энергию? Не, Димас, мы просто прищемили его, понял? Мне кажется, он сейчас оживет и сюда резко пойдет. Так он верю зажат, как он выйдет? Так, блин, мы так сдохнем, энергии не хватит. Не, Димас, он очень мало тратит энергии. Блин, тарахтит, жесть. Как паровоз какой-то едет. Трактор какой-то. Так, давай ты пока там осматривайся, я буду следить за ним. Может, он забагался? Да, кого зажрало двери, того и нет. Ты шо, ливенище на улице? Димас, он ушел. Куда? Не знаю, вот мне интересно. Он сзади тебя должен был быть, но нету. Блин, ты мне надоел уже. Ну я люблю напугать так тебя. Иди, Димас, на кухню сходи, открой эту дверь. Это он там тарахтит? Не знаю. Не, Димон, я боюсь, но я пойду. Ну, генератора на его нет, все нормально. Все, Димончик, он там стоит. Они оживают, и потом... Мимо него прошли? Он идет! Димас, он ходит! Я закрыл дверь, я успел! Я закрываю! Короче, бегал и за мной побежал, понял? Блин, я успел, ребята, закрыть. То есть, Димас, он ожил на пару минут и начал за мной бежать. Я же тебе говорил, что они резко нападают. Не-не, у него знаешь, какая была траектория? Он сначала хотел за тобой побежать. После этого он развернулся и бежал за мной. Понял. Вот это я сел. Он опять стоит. А как мне за тобой наблюдать? Не знаю. Он идет, я закрыл. Он стоит возле двери. Ты видел, как он бежит? Вот это реально хоррор. Ты что такой быстрый? Это прям хоррорище. Игра классная вообще. А ты, Дима, не можешь возродиться? Не, мне пишут, что я дед. Умер. Понял. Так, хорошо, Димончик, я иду к Боне. Ты можешь наблюдать за мной? Нет, я смотрю вот, как будто упал на пол и сижу вот, смотрю. Так, 4:40, мы, считай, живые. Ой, остались. Димас, я тебя вижу там, я вижу тебя в проходе. Я сейчас поддамся Боне, по-другому никак. Не-не-не. Дотащивать уже ночь? Да, затащи. Хорошо, Димон, часа. Ты мне уговорил. Уже 5, Димас, скоро. Да-да-да, хорошо. Давай, я буду просто в тебя... Я зажимаю кулачки и давай затащи, Димас. Ну я дверь боюсь открывать, он резко заходит, да, Димон, очень? Отомсти...
Он очень быстрый. Он я не успею просто лучше. Закрыть. Если он рядом, Димас, то лучше закрывай сразу. Хорошо, хорошо. Бонька. Потому что такой разгон быстрый делает. Ну смотри, еще на сцене уже вроде тоже никого-то опять нету. Так, или 5 часов, есть? А я все еще лежу. Мертвый. О, на сцене опять пропал аниматроник. Вот это Димас намного страшнее, чем Гри само. Офигеть, мне очень понравилось. Надеюсь, ребята поддерживают лайкосиком. И следующая серия выйдет в Навку Оп опять. Да, 5 часов. Может закрыть две двери вообще? Напишем. Я слышу, кто-то двигается там. Блин, может жалко? Дверь закрыть? Две двери закрыть. Наблюдать. Печально. Блин, если я умру, то жесть будет, Димончик. Надеюсь, я затащу. Тап нажал. Я вижу через тап. Понял. Так, Бонька там стоит. Ты маленькая зеленая стрелочка. Ой, я могу приближать себя, видеть. Так, Димас, ты там ползаешь. Вот, выглянул из двери, зашел. Да я очень боюсь. Выглянул, посмотрел назад, в генераторный там. Так, Димон, ты комментатор от бога, правильно делаешь, так. Только ты, Димас, нарисован, как будто... Бонни пропал. Угу. Закройся лучше. Закройся, правильно, Димон, тут это ты хорошо подсказал. Мне кажется, знаешь что, он может, короче, взять, отбежать и за тобой с другую дверь. Давай камеры поклацаю, реально. Нажми на тап, ты будешь видеть карту. Димон, энергия села! Твою же ломашки! Он за мной гонится! Димон... О! Они-то все ожили! Блин, Димон! Блин, я так испугался! И друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!